девочки, всем привет-привет! Я, как обычно, человек-антитехника, перепутала страницы, забываю, что нужно переключать там, короче, штучку одну, поэтому чуть-чуть с опозданием. Меня зовут Анна Гришанкова, я сегодня ваш спикер на канале Amy Official. Всем привет! Мы сегодня с вами посмотрим очень крутой дизайн, который мне помогает уже очень много времени, потому что летом идет очень интересный, девочки, запрос. Идет запрос: Аня, сделай мне, пожалуйста, дизайн какой-нибудь на отпуск. У меня там платье розовое, красное, синее, серо-бурмалиновое, любого цвета, плюс еще 25 купальников, мне чтобы подо все подходило. Вот чтобы подо все подходило, добрый день, всем привет, кто присоединяется. Я придумала давно такую очень интересную геометрию. Она не очень супер такая вот полосочками геометрическими, она немножко такая более плавная. И мы ее сегодня сделаем с вами в таких нюдовых оттенках, не вырви глаз, но вы можете подставить туда абсолютно любые оттенки и любые цвета. Наш сегодня специальный гость – это моя собачка, это французский бульдог, его зовут Пан. Он обычно спит, когда мама работает, но он бывает храпывает. Поэтому, если вы услышите какие-то странные звуки, это он вам передает привет. Так, ну что, девчонки, давайте переворачиваться на стол и будем начинать с вами творить. Так, сейчас я маску включу. Работать будем коллекции сегодня. Loveliness. Она у нас вот такая нюдовая, пастельная, очень мягенькая, и я ее условно разделяю на две зоны, да, такие. Вот это у нас зона такая более нюдовая, потеплее, ну, потемнее, и она очень классно будет смотреться на коже, не сильно белой, и будет прям, знаете, как нюд. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Елена. И вторая часть, это у нас такие более выбеленные оттеночки, да, они на светлой коже будут смотреться тоже как нюдовые, а на чуть-чуть загорелой коже будут смотреться как поярче, да. И сегодня у меня еще два таких маленьких помощника, это 405 оттенок из коллекции From Dawn to Dusk и оттенок 389 из осенней коллекции Lost in Time. При необходимости я их буду использовать. Так, девчонки, пока я человек-антитехника затупила, я уже начала рисовать. Я просто вышла и случайно в своем аккаунте, в личном, не переключила страницы. Поэтому вот такую штуку сейчас мы будем примерно повторять. Какой у вас маникюр, очень красиво. Спасибо вам, девочки. Я сама просто балдею от него, вообще тащусь. Ой, прямо кайф. Я так давно хотела вот сделать такую штуку по одной картиночке. Если кто-то хочет посмотреть поэтапно, такие ногти, девчонки, длинные, с такими дизайнами, поэтапно, очень подробно в мастер-классах, мы теперь два раза в месяц будем выставлять в Amy Art. Если не слышали, открылся новый клуб в Amy, это Amy Art, и там море всего, и конкурсные движения, и вот там как раз я показывать буду, как эти ногти делать, из какой картинки, и как с этой картинкой работать. Поэтому, если интересно, присоединяйтесь. Там заход вообще просто смешной. На неделю 1 рубль, а потом уже решите, нравится вам там или нет. Здравствуйте. Каждый раз удивляют ваши ноготки. Это произведение искусства. Покажите, как долго по времени вы себе делаете ноготки. Девчонки, я себе делаю ногти очень быстро. Ну, как быстро? Я не сижу по 5-10 часов. Amy Art 17:00, Ларис, да, это просто эфир у нас сегодня с дизайнами. Я себе делала вот этот вот дизайн на кончиках ногтей где-то минут 40 рисовала. Но надо понимать, что за это время я еще успеваю в чате с девчонками поболтать, успеваю урок послушать, аудио какой-нибудь из курса, который я прохожу, потому что я в постоянном обучении. Ну, то есть я делаю достаточно быстро. И я не могу точно ответить на этот вопрос, Тань. Знаете почему? Потому что, допустим, верх я делаю отдельно, а низ отдельно. Если вы посмотрите внимательно, у меня ноготочки, они
Вот такие вот двухуровневые, видите? И иногда я верх делаю в один день, когда у меня есть промежуток между клиентами, между работой, а вторую часть я могу в другой день, например, сделать. Да, но это же 4 ногти еще, не забывайте. У нас же не ходят 4-палые клиенты, да, у них обычно 10 ногтей. Да, я просто, знаете, для меня моя рука левая, это уже настолько изученное поле для деятельности, я ее знаю вдоль и поперек, потому что это моя неизменная модель уже очень много лет. И все мое портфолио я делаю на себе, потому что гонять, знаете, модель, чтобы сделать ей такие ногти, сидеть с ней целый день, делать эти 10 ногтей ради одной фотографии, у меня просто нет времени. И чтобы у меня был интересный и классный контент, чтобы я могла вам в эфире показать красивые ногти, да, чтобы вы вдохновились. Моя левая рука, и я уже даже один палец уже не делаю, я делаю только 4, потому что для фотографии 4 пальцев вполне достаточно. И это на заметку всем, кто ноет, что у него нет модели для портфолио, или он не знает, как с клиентами договориться, чтобы они фотографироваться оставались, да. Все это лирика. У вас есть ваша левая рука, девочки. Берем и работаем с левой рукой. Это ваша модель, которая с вами всегда не болеет, не пищит, не ноет и фотографируется столько, сколько вам надо. Так, ладно, давайте продолжим. Я уже даже подсох материал, пока я трындела. Все верно, да, все верно. Так, не тот взяла, 419. Смотрите, чтобы сделать этот дизайн, нам нужно сначала с вами посмотреть, какой у нас цвет самый такой активный. Вот из этой тройки самый активный вот этот розовенький, 419. Как же вы это делаете? Я никак не осмелюсь себе сделать просто коррекцию. А вот просто, Тань, берешь и делаешь. Вот берешь руку свою левую и делаешь, и все. Рецепт очень простой. Рецепт очень простой. Так, берем и делаем некоторые области, закрашиваем цветом такими неровными какими-то немножко геометрическими фигурами плавающими. Вот смотрите, когда вы делаете какой-то дизайн по композиции, вам нужно учесть вот такое правило. Я его называю «папа, мама, я», «счастливая семья». Вам нужен один элемент большой, один элемент поменьше и один элемент маленький. Угу. Сушим. То же самое. Да? Видите, я уже здесь сделала один элемент побольше, один поменьше, один маленький. Дальше берем следующий оттенок, заполняем. Опять один элемент побольше, один элемент, сейчас настрою фокус, поменьше. И один элемент маленький. Угу. Сушим. Здесь берем следующий оттенок и также делаем один элемент побольше. Такая абстрактная геометрия у нас сегодня с вами. Один элемент поменьше. Евгения, Анечка, здравствуйте. Покажите, пожалуйста, можно ли использовать одну и ту же кисть Эми из красного соболя для лепки и для акварели? Или для акварели она не подойдет?
Ну, смотрите, если вы про эфир, который будет завтра по акварели, то, в принципе, подойдет практически любая кисточка, потому что мы ей будем рисовать очень так своеобразно. Мы будем каплями рисовать, это будет живая акварель. Если про ногти, то подойдет для акварели, в принципе, очень хорошо синтетика белая, 5.0, по-моему, белая синтетика. Вот. И смотрите, вам этот вопрос лучше задать Марине Андрияновой в чате, потому что она с акварелью прямо очень много работает. Я не столько много работала с акварелью, у меня больше такие гелевые краски, гель-лаки. Вот. Либо я у нее узнаю, а вы где-нибудь маякните нам, и мы вам ответим. Но она, по-моему, про Соболь писала, что подойдет. Так, тоже один большой. Видите, закрашиваю. Один большой. Один поменьше. Один поменьше. Угу. Всем добрый вечер. Добрый вечер, Галина. И маленький. Угу. И у нас, видите, две ячеечки осталось. Мы их сейчас просто беженьким закроем. Угу. Сушим. То есть, понимаете, да, можно брать любые цвета. На самом деле, если даже у вас цвета будут вообще из разных, разные книги из разных библиотек, то есть вообще, знаете, вот, ну, не сочетающиеся, совершенно абсолютно разные, то это не помешает, если вы потом следующий этап сделаете белым цветом. Так, смотрите, белый здесь будет не очень хорошо смотреться, поэтому я в него подмешаю сейчас чего-нибудь. Потому что он у меня будет сильно пропадать. Допустим, я сделаю тоже бледно-бледно такой розовенький. Здравствуйте. Тема эфира у нас геометрия. Геометрия такая вот гель-лаками. Так, и заполняем остаточек. Одну делаем такую нежную-нежную. Видите, прямо вот зефирно-воздушную. Ну, кстати, белый тут тоже нормально будет смотреться. Сейчас и белым тоже сделаем. Угу, сушим. Вот такая вот абстрактная геометрия. И здесь мы просто возьмем вот матовый 405 в качестве бежевого. А вы можете, например, оставить даже, если вы делали камуфлирующей базой, можете оставить даже кусочек камуфлирующей базой проглядывать, ничего страшного. Если немножко заезжаете, тоже ничего страшного. Вот здесь, кстати, можно даже тут вот вставочку такую маленькую тоже сделать, чтобы тоже было мама, папа, я, счастливая семья. Угу, сушим. А здесь все-таки я хочу еще белым сделать. Я белый что-то отбраковала, но мне кажется, он будет нормально здесь. Тоже, да, пускай будет беленький. И смотрите, сейчас заодно сделаем вообще такую, прям вот эту, наверное, такую летящую, воздушную. А то сделаем более графичную геометрию. Можно вот тут вот еще, например, капнуть. Или, а не, хотя она полупрозрачная, сейчас, наверное, не будет. А нет, нормально видно. Вот. Угу. Набрали вот такой вот набор разных пятнышек. Сушим.
Так, теперь здесь я перекрою вельвет топом матовым, без остаточной липкости. Девчонки, подскажите, у всех виснет? Потому что я как раз с этого месяца увеличила скорость интернета. По идее, наоборот, должно все летать. А здесь я покрою теклосом. Здесь оно такое красивое мерцание. Все хорошо. Угу. Спасибо. Все отлично. Отлично. Попробуйте выйти заново. Спасибо, девчонки, за обратную связь. Спасибо. Так, перекрываем. Вот, слышите, хрюк, хрюк, хрюк. Это вам привет. Ну, какая-то активизация тут играет. Так, что нам нужно теперь сделать? Смотрите, я хочу вот то, что у меня прямо такое нежное, я обведу белым. А вот эту штучку я обведу из осенней коллекции пастой, которая потемнее, вот такой вот бледно-бледно-розовенькой, чтобы контраста сильного не было. То есть тут смотря, какой вы хотите контрастности. Если прям хотите, чтобы сильно-сильно было контрастно, то можно взять посветлее что-то. Да? Можно и более темное брать. То есть вот такие у нас получились штучки. И смотрите, на соседних ногтях можно делать все, что хотите с ними, да. Я обычно вам в конце всегда показываю. Можно вот такие вот делать градиенты. Можно делать любой цвет, который вы использовали вот сюда, вот просто однотонно. У меня шарпейка рядом хрюкает. Я вашего друга и не слышу из-за своей. Ой, вы знаете, иногда так просто храпит, что это трындец. Вообще я тоже ничего не слышу за ним. Да, я вас понимаю. Шарпейки тоже. Он похож, только помельче. Да, пан? Скажи привет, девчонки! Так, что мы делаем теперь? Теперь мы с вами... Давайте я уберу палитру, чтобы она не брала на себя фокус. Теперь мы с вами поверх работаем эмпастой линейной кисточкой 5.0. Мы с вами все это начинаем обводить. И смотрите, когда вы обводите, старайтесь, девочки, чтобы у вас обводка была максимально деликатной. Если вы на предыдущем этапе где-то вот здесь заехали там, или что-то неровно получилось, не переживайте. Вы вот сейчас все это перекроете и закроете вашими вот такими вот ниточками. Если у вас цвета будут термоядерные в вырвиглаз, то делайте обводку белым. И тогда вы вот это вот несочетание оттенков тоже снивелируете. Белый, он обладает таким соединяющим свойством. Он все цвета очень хорошо вместе соединяет. Также и черный, но черный будет... Сами понимаете, если черную обводочку сделать, она будет такая поконтрастнее, да, поярче, посочнее. То есть смотря какой у вас запрос у клиента, если хочется такого чего-нибудь понежнее, то лучше белым. А если такой посочнее, то можно и черным. И видите, я на соединениях немножко вот здесь вот побольше делаю. Соединение делаю не стык в стык, а чуть-чуть вот так вот присоединяю как бы линию. Вот, и получаются вот такие вот ячеечки.
такой, знаете, как в нейрографике. Да, скругляем, как в нейрографике. Все правильно. Это же, понимаете, вот рисовать, это тоже как нейрографика, как медитативный такой процесс. Вы вот это все выводите и можете, знаете, если вы про нейрографику знаете, да, то вы можете как раз клиенту рассказать в процессе рисования про нейрографику. Ему будет очень интересно. Я думаю, что очень многие вообще не знают, что это такое. Рассказать, что углы – это как раз ваши затыки. Сейчас мы все углы ваши скруглим, девочки. Все затыки уберем. Все еще и окажем положительное влияние на ваши нейроны. Можно, знаете, и в шутку сказать, но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Поэтому она вас спросит, а что это такое? И вы как начнете про нейрографику рассказывать, и она выйдет, потом подружке расскажет. Я что узнала от своего мастера? Ты представляешь, оказывается, вот так-то и так-то. И смотрим, как это получилось у нас. Если нам все нравится, то мы ничего не добавляем. Красота, Светлана, спасибо большое. Если нам хочется чего-нибудь добавить, мы можем чего-нибудь добавить. Мы же художники, нам можно все. Мы можем добавить каких-то более мелких, например, ячеечек. Да? Ну и что, что они одного цвета? Они нам сложности добавят в рисунок. Можем там попрямее что-то сделать. Да? Там еще разбить, соединить. Угу. И смотрите, вот на матовом мне очень нравится. Я, конечно, вообще тащусь, когда на матовом, потому что внутри матовая, а вот эта тоненькая полосочка, она заполимеризуется и останется глянцевой. И смотрится очень красиво, нежно. Вот знаете, особенно кто, например, девчонки не знают, как с однотона на дизайн человека перевести. Вот прикрепите такие штучки, вот они по-любому захотят, потому что это вроде, понимаете, и не вот так вот сразу им предлагать, да, у них шок-контент сразу будет в голове. А вот когда чуть-чуть отошли от цвета, но остались в нюдовой гамме, немножечко пофантазировали, я думаю, что никто не откажется и равнодушным не останется. И они, вот это как мост будет перехода на дизайн. Может быть, потом она еще что-то захочет, вставочку какую-нибудь сделать там из шармикона и так далее. Угу. Слушаем. Так. И наша нежная нежность. Вот под глянцем, видите, оно все блестит, конечно. Не так смотрится. Сюда бы еще, конечно, с выравниванием слойчик неплохо бы было бы, как вы понимаете. Но я думаю, что тоже нормально. Так, здесь мы сделаем белым. Вот белый, он вообще, если вы сомневаетесь, чем делать, берите белый. Никогда не ошибетесь, белый будет самое то. И здесь давайте тоже так же обведем. Видите, с белым оно как бы посочнее сразу смотрится. И когда у вас вот нюдовые такие очень близкие друг к другу оттенки, когда прям вот нюансы разделяют их, эти оттенки, то белый, он очень сильно вам подчеркивает, что они все-таки разные. Что они не одинаковые, а что они разные. И вот смотрите, девчат, тоже. Вроде вот этот дизайн, не могу я сказать, что он там, да, какой-то экстра новый, там, гипер там модный, не знаю. Но вот он прям из разряда дизайн на все времена. Вот вы, если научитесь его делать, он вообще из моды никогда не выйдет. Потому что
Он действительно вот такой вот спокойный, объединяющий несколько цветов. Если не знаете, как соединить их вместе, да, например, у клиента запрос: хочу половину руки такого цвета, половину руки такого цвета, и где-то на середине они должны схлестнуться. Вот можно использовать такой дизайн для того, чтобы объединить цвета, которые, казалось бы, вообще друг с другом никак не дружат. Так, и смотрите, если там мы просто маленькие ячеечки сделали, здесь мы можем, например, поменять и кое-что придумать другое. Сейчас придумаем. Так, вот сюда мне хочется еще как-то почему-то, хотя у меня тут одна. Но вот хочется мне сюда тоже разделение сделать. Так. Дорисовали. И здесь можно, смотрите, вот в маленьких прорисовать, например, еще вот такие штучки. Вот. Угу. Можно не соединять, просто дополнительно. То есть продублировать еще раз с отступом, если хочется прям разнообразия. Ну, допустим, если мы далеко там отошли друг от друга от них, то можно добавить маленького малыша вот сюда. Вот. И, допустим, вот здесь вот еще какого-нибудь, да, чтобы она у нас куда-то туда побежала. Здравствуйте, Анечка, вы показывали уже свои ногти? Да, Людмила показывала, еще покажу. Вот такие вот они. У меня сегодня тропики, жаркие тропики с бабочками. Так. Вот. Еще мне почему-то очень красиво. Спасибо большое. Я сама обалдю сегодня от них. Вот. То есть можно вот так вот прорисовать, да? Давайте послушаем. То есть поняли, девчонки, здесь самое главное не останавливаться вот в этой вот расположении. Сейчас я открою чистый листочек, порисую вам немножко. То есть когда на ногте располагаете, вы можете более геометрическую эту штуку сделать. Допустим, вы расположили такими треугольниками какими-нибудь неровными, да, все это дело. Там, вот так, например, разделили. И потом также прорисовали, и где-то можно добавить, например, тоненькие полосочки. Заштриховать. И старайтесь равномерно распределить. Угу. То есть можно не обязательно вот такими вот абстрактными штуками, можно и более такими прямыми. Вы также можете расположить прям вот прямыми прямоугольниками, например. Да, там поделить как-то эти цветные сначала квадратики,
И также, когда вы будете делать прорисовку, но здесь уже прямые линии вам понадобятся, тоже возможно где-то добавить просто, например, закрашенные вот такие вот, допустим, прямоугольнички. Допустим, вы черную прорисовку сделали и дополнили вот так, например. Вот, тоже абсолютно можно любые вот такие подставлять цвета в такие дизайны. И вот этой прорисовкой общей вы все это соедините. Угу. Здесь вот белое красиво будет смотреться. Вот в таком графичном варианте, мне кажется, черное бы интересно смотрелось. Вот. Либо то, как мы сегодня с вами в эфире придумали, это может быть вот такое вот что-то более обтекаемое, природное. И любые цветовые пятнышки вы такой прорисовкой объедините вместе. И я думаю, что получится варианты вот прям на любой вкус и цвет. Еще раз повторюсь, кто опоздал на эфире, я сегодня показывала способ объединить несколько цветов, даже можно это не в одной цветовой гамме, а в какой-нибудь, знаете, прямо яркой, пестрой. То есть родилась эта техника, когда просили меня, например, на отпуск под много нарядов сделать дизайн, чтобы он всегда к какому-нибудь там подходил. И мы выявляли, например, с клиентом, говорю, ну какой у тебя купальник любимый, она такая, синий, а какой у тебя там, ну, основной вот наряд, в который ты будешь ходить, она там зеленый, а там юбка оранжевая. И вот, понимаете, можно взять, посмотреть по цветовому кругу, синий, зеленый, оранжевый, возможно, еще желтый туда пойдет, или взять синий, зеленый, оранжевый, желтую прорисовку. И у нее, понимаете, наряд меняется, а ногти всегда актуальны под любой костюмчик, под любой купальничек. И вот тем самым, а иногда я делала прямо, знаете, вот много маленьких таких ячеек разноцветных, как прям вот камушки набор, и обводила все белым. И получалось у меня внутри вот много такой разноцветный калейдоскоп. Тоже интересненько, пестренько, и подо все подойдет, под любой наряд, под любой купальный костюм, под любую вообще прихоть. Ну что, наш эфир подошел к концу. Сегодня, я думаю, разобрали такой очень интересный дизайн, который поможет, я думаю, и выручит вас при таких вот нестандартных запросах. Надеюсь, вам пригодится. Обязательно делитесь, если у вас, вы будете пробовать на себе, на клиенте, на типсах. Нам всегда очень приятно. Здравствуйте, Светлана. Уже завершаем, но пересмотрите, я сохраню. Расскажите, как использовать цветовой круг. У меня есть, но использовать не умею. Я бы с удовольствием, девчонки, но вы же понимаете, что я сейчас, если начну про него рассказывать, это часа на полтора. Ну, в двух словах вы не объясните, девчат, даже при большом желании. И больше не перекрываем чем? Нет, Ань, это шемпаста. Она сверху высыхает, все, она без остаточной липкости, и можно ничем не перекрывать. Огонь. Спасибо за эфир, пожалуйста. Так что смотрите, вы начните, вот не знаю, Авона, Вилона. Я просто не понимаю, да, по-английски, как вас зовут, поэтому, к сожалению, по имени не могу обратиться. Вы начните просто запрос делать где-нибудь в поисковиках по цветовому кругу. И там есть уроки, хотя бы чтобы с чего-то начать. А именно по работе по цветовому кругу, конечно, очень интересно. Давайте, знаете как, я поняла ваш запрос, может быть, мы его оставим на будущие эфиры, и я вам потихоньку, помаленьку буду рассказывать, потому что эта лекция достаточно такая обширная по работе по цветовому кругу. Да, посмотрите, хотя бы начните с того, какие цвета родственные, какие полярные. И сочетания, какие удачные. Угу. Да, и я думаю, это уже вам поможет стартануть, а там дальше углубимся. Ну все, девчонки, пока-пока. Я вас люблю, целую и обнимаю каждую. До встречи в новых эфирах.